капитан команды из КБГУ, Ислам Кажаев. Ислам, начали, в принципе, хорошо, пропустили два одинаковых мяча, потом забили. Как прокомментировать эту игру? Ну, до того момента, когда пропустили, мы забили, не засчитали гол. Я думаю, там не было офсайда. А так, пустили два гола. Тренер говорил нам это, но не выполнили установку, вот и пропустили. Потом забили, начали давить, не получалось. И в конце пустили контратаку. Завтра, как получается, очень важная игра. Как будете настраиваться на игру? Да, завтра уже последняя игра, надо выигрывать. Сначала отдохнем, а дальше то, что тренер скажет, дальше будем делать. Спасибо.